Всем экипажам. Так, ну что? Эмилию мы пока пропустим, оставим ее напоследок. Или Аселус. Ну, короче, Эмилия, Аселус, два последних будет. Поэтому поиграем за реки. Монстр, который ищет кольца, чтобы спасти его родной дом. Рики, раса монстр. Маргмель. Земля, которой судьбе... Чего? А, суждено уже исчезнуть в любой момент. Он забрался в поисках далеко ради магических колец, которые, по слухам, должны предотвратить его родной дом от разрушения. Окей. Подвину экран. Так вот. Я сегодня поменял монитор местами. Теперь у меня здесь светло, как днем. Надо бы это не такую яркую выбрать подсветку, а то из-за стрима слепну. Вот так. Так. Все. Поехали. Я, честно говоря, сюжетку Рики плохо помню. Ну, помимо того, что ты бегаешь, кольца собираешь. Так в целом. Ничем он мне не запомнился особенным. Вроде как. Мое имя Рики. Я живу в Маргмеле. Бабушка однажды рассказывала мне, что это был чудесный мир. Но это единственная форма Маргмела, которую я знаю. Ну, в таком виде. Он умирает, и все, что рождается, должно когда-то умереть, бла-бла-бла. Когда я был ребенком, я не понимал, что это значит. Но когда бабушка умерла, я не мог перестать плакать. Я полагаю, если я буду... Полагаю, я буду плакать, когда Маргмель умрет тоже. Поговорить со старейшиной. А у меня голяк, да? Не понял. А где мои сейвы? Так, подожди секунду. А как... Подождите. Прохождения остались? Остались. А почему? А почему сейвы исчезли? Странно. Очень странно. Ну, надеюсь, игра не закосячится из-за этого. Я
Значит, так и должно быть. Какая трясет. А это что, пропустить нельзя никак? Ну, ладно. Это были последние слова бабушки. Ага, понятно. Все-таки странно, что... А! Блин, вот я дурак, понял. Типа меня на вторую страницу переключило. Только сейчас увидел. Ну, ладно. Пускай будут новые сайты. Пофигу. Элдер, реки. Здесь. О, он правда дедушка. Элд, старейшина уже весь в морщинах. Интересно, сколько ему лет? Упс, лучше его поприветствовать, или он будет злиться. Доброе утро. Нет времени для этого. Время уходит. Как ты знаешь, Маргмел не продержится долго. На самом деле, он уже должен быть уничтожен. Смотри на это кольцо. Оно обладает магической силой и передавалось поколениями. Его сила защищала до сих пор, но уже типа не осталось надежды. И? Что-то на нем написано. Собери моих братьев. Исполни наше желание. Если у кольца есть братья, возможно, сила, объединенная этими кольцами, сможет спасти Маргмал. Рики, возьми это кольцо и собери остальные. Ну, Рики хотя бы сюжетка внятная. К счастью, мы поблизости с регионом. Начни путешествие туда. Элдор, а почему я? У меня был сон. Сон, в котором Маргмал показал мне, что нужно идти и собрать кольца. Понял, сэр. А, кстати, вот я еще хотел сказать. Он же как пацан выглядел. Точно. Ух, эти монстры. Трансформеры. А, он как раз с этой помойки начинает. Что это за место? Дал кольцо, бла-бла-бла. Поговорить с разными людьми в пабе в Скрабе. Люд, привет. Йоу, бро, выглядишь смешно. Смешным. Ты думаешь, я Рики, я Люд. В грустном салоне в Скрапе я встретил веселого приятеля. О, ты классно поешь. Спасибо, что ты тут делаешь? Я ищу кольца. Рики рассказал его сумасшедшую историю. Собираешь кольца? Звучит интересно. Могу пойти с тобой? Конечно. Ну, для начала и Люд сойдет. Ты знаешь что-нибудь о кольцах? Есть много легенд о кольцах Шрайки. О чем там не проверить? Эй, насчет колец. Что насчет колец? Я ищу некоторые, как вот это. И я тоже, какое совпадение. Откуда ты? Я Рики из Маргмеля. Смотри, а теперь оно исчезло. Летало здесь минуту назад. Маргмел. Я слышал о регионе, который летает в другом пространстве. Так это была правда? Так мы сюда были приведены силой колец. А ты знаешь о кольцах, да? Мое имя Мэйлинг. Я изучаю эти кольца. И где ты взял это кольцо? Мне нужно собрать все кольца до того, как Маргмел расломается. Сломается? Да, это судьба. Ничего с этим не поделать. Но ты должен что-то сделать, это ужасно.
Все говорят, что это бесполезно пытаться спасти, но наш старейшина считает, мы сможем. Поэтому он отправил меня собрать кольца. Довольно большая ответственность, но я помогу тебе. Отправимся и спасем Маргмал. Я знаю, где искать кольца. Здорово, если это пойдет так легко. Легко, ты говоришь. Почему так ты говоришь? Мы просто их попросим взаймы ненадолго одолжить. Послушай, Рики. Мир полон плохих людей. Они будут пытаться взять над тобой, пользоваться тобой. Отныне не показывай это кольцо никому. А на кого на что похожи плохие люди? Ты их встретишь очень скоро. Один человек с кольцом действительно мусорный, подонок, грубо говоря. Плохой человек и мусор. Не могу дождаться. Ладно. Эй, насчет колец. Теперь я вижу похожих на собак маленьких мальчиков. Полагаю, я много выпил. Я не собака, я Рики. Шу-шу, уйди. Эй, ты знаешь о кольцах? Орнамент юзинг. Украшения, используемые людьми, металлические, часто украшены ценными камнями. Воу, да ты умен. Знаешь что-то о кольцах? Этих кольцах. Нет никакой информации доступной. Описание на алфавите Самуна используется монстрами. Никогда о таком не слышал. Новая информация. Ты выглядишь полезным. О, отлично. У нас есть робот, мы Линк. И не очень полезный люд. Да и Рики-то не сказать самый крутой перс в игре. Но мы можем взять инженер Кар для Т-206. А люта заменить... А на кого мы его можем заменить? На кого-нибудь. Не так важно. Да, кстати. Эй, собачка, куда ты? Я не соприсоединился. О! И у нас уже полная партия. Круто. Но в принципе, кстати, у нас уже хорошая партия в целом. Единственное, люд очень такой слабовастенький, да? Из них самый. Но в целом мы его заменим на что-то более полезное и нормально. Так, что сделаем? Начнем. Денег у нас нету, чтобы в помойке покупать. Наверное, сюда. Мистер Кабалера. Вы же... не продадите ли вы нам кольцо? Продать мое кольцо? Продолжай мечтать, леди. Я получу гораздо больше денег, чем вы можете себе представить. Но вы получите кое-что... Я действительно хочу. Бла-бла-бла, давай так сделаем. Он не согласится. Этот мужик врет, как свинья. Это никуда не приведет, но нам нужно заполучить кольцо для Рики, да. Дайте я попробую с этим разобраться. Наконец-то. На момент, на который я подумал, что ты струсишь. Пойдем мы в фабрику, завод... Это нехорошо. Ладно. Так, и чё? Костюм и Линк. Кто такой Кабалера? Я не знаю о людях особо. Так, и чё? Может быть использовано, чтобы увеличить защиту всех союзников.
принципе, уже неплохие способности есть. Правда, опять получается, что у нас почти одна и та же команда будет, как и в прошлый раз. Может быть, Гена сделать... Блин, даже не знаю. Так, ну давай подумаем. Рики мы оставим. А как он главный герой? Глюта мы заменим. Если робота оставлять, то надо брать инженер Кар. Если не оставлять, то вместо него кого-то взять. В принципе, я могу не брать роботов, и тогда у нас партия довольно будет отличаться. Но с другой стороны, потом мы будем играть за Селус и Эмили, и там роботов точно не будет вообще никак. Ладно, я подумаю. Пока еще время есть. Кабальеро Фактори рядом, бла-бла-бла, охраняет. Догбой и я сможем проникнуть сзади, пока вы будете проникать. Так. Короче, с двух сторон они будут заходить. Кабальеро, выходи! Ага. Идти типа втихомолку в спину. Сдавайся. Не прикасайся. Мейлинг, ты в порядке? А, вы пришли спасти меня, спасибо, Рики. Спасибо тебе, парнишка. Похоже, тебе не нужна была особо наша помощь. Но я всегда благодарна джентльменам. Кабальеро было кольцо. То есть мы его заполучили? А, у него есть кольцо. То есть забрать надо будет. Похоже, он отправился на завод, они ожидают нашу атаку. Так. Укри. Что-то знакомое. А, окей. Кстати говоря. Хотел сделать и забыл. Так. Ну, допустим, мы Мейлинг оставим, да? В прошлый раз мы раскачивали через этот, как он называется, через кулак делали этот мощную атаку ДСЦ. В этот раз можно попробовать через пистолет ее раскачать, допустим. И если она будет через пистолет, ну, Гена желательно все-таки на мечи делать. И с ним пускай будет еще раз на мечах. Два робота и Рики. Либо доберем еще кого-нибудь. И там будет, допустим, кулачник и маг, я не знаю. Что-нибудь такое. Наверное, как-то так, скорее всего. А лют... люта мы заменим. Так, ты тогда, значит, стрелковая все раз за это. Так, стоп.
А чё, кстати, бой такой медленный? Алло. Я даже не знал, что сюда можно забраться. Интересно, а будет работать? Как правильно? Кстати, я люто, в принципе, могу оставить. И, допустим, да, пускай он слабый, но по мейлинг пистолет, лют ближний бой, и ген меч и один робот. Но, правда, тогда у нас лекаря робота не будет. А, но, с другой стороны, мы можем робота заменить на кого-то. Короче, не знаю. Подумал. Ой. Ну, кстати, да, у Мейлинг же еще магия. Совсем забыл. Так, это мы тогда убираем. И у нас больше чисто. Мечник. Интересно, а мы мистика можем нанять, когда за реки играем?
Блин, забываю, что надо нажать. Хм. Ладно. Это первые бои. Здесь не особо важно. Но надо подумать, кого взять. Либо вторым роботом заменить Люта, либо робота заменить кем-то. Я люблю роботов, но... Практически вся прошлая игра была с роботами. Интересно, а если я инженер кар не возьму для ремонта, у меня будет только обычный робот. Получается, я его смогу лечить только через рюкзак репэр-китами. Если в этом смысл. Ну, использование робота. Thank you.
Хорошо, я продам тебе. Что насчет 10 тысяч кредитов? Ты имеешь в виду 100 кредитов? Что? Да. Грабеж. Ну, фактически грабеж, да. Да. И что теперь? Валить в следующую часть. Управление. Опять у меня это выскочила фигня, блин. Charm All Enemies. Ну, потом заменим. Да. В принципе, у меня есть деньги купить на помойке что-нибудь. Давай так сделаем. Quick save. Посмотрим, если что-нибудь хорошее вытащу. Если нет, то загрузимся. Мне нужно броня. Нет, не надо. Нет. Нет. О, оружие, да, надо. Джанг. Аксессуары мне бы. О, гам. Давай еще раз. Ну, что-то как-то стрёмно, по-моему. Да. Прям мега отстой. Бесед. Давай еще раз попробуем. Кстати, а что я могу им продать? О. Много всего. Погоди. Они так дорого покупают. А что это за оружие такое, Гиперион? Я что-то такого не помню. Ладно. Так, оружие. Не, лучше не брать, потому что фигню пихают. Того не стоит. Ну и тогда фиг с ним. Так. Погнали. Мы отправляемся в этот раз, Майлинг. Давай посмотрим. Есть. Секундочку. Так, давай посмотрим. Есть мистик, называющий себя Лордом Кольца в Мойс-Пирисбург. Много легенд о кольце в Шрайке. Манхэттенская ювелирка. Похоже, имеет кольцо на продаже. Йорклендский миллионер обладает кольцом. Другой парень, у которого было кольцо, потерял его в несчастном случае с кораблем. И, конечно же, есть заключенный, который был арестован на миллион лет в городе Деспер. И у него, похоже, тоже. А, не говори мне все это за один раз. Ой, извини. Ага. Типа мы можем как угодно. Угу. Свобода в игре — это клево. Так. Теперь.
Знаете, что нужно сделать? Нужно подумать, какая у нас будет команда, и дозабрать ее. Давай, наверное, мы сделаем. Так, туда идти бессмысленно. О, кстати, знаешь что-нибудь о кольце? Уйди от меня, у меня аллергия на волосатых животных. Я Рики, я не животное, уйди. Какая злая. Привет. Пожалуйста, туда не ходи. Жаль. Так, там продавцы. Здесь, по-моему, ничего нет. Мы можем круг пробежать, просто предметы пособирать, которые валяются. Блин, я все-таки еще не решил, кого мы возьмем. Ну, по сути, да, я думаю, между инженер-каром вместо люта и какой-нибудь человек вместо робота. Можно прямо сейчас попробовать слетать в Шрайк и робота забрать. Пускай навыки учат. Ну и люд, соответственно, кулачный. Если мы его оставим, будет кулачником. Да, можно борду купить сразу. Блин, ну, с другой стороны, если я за роботов не буду играть. Хотя она дешево стоит. Лучше купить, чем пропустить. Thank you.
еще один. А, они разные. Это memory board, а это secret. Ой, куда? Что-то мне сегодня горло перешит. Надо будет еще подумать, что реки что набирать в качестве скиллов. Привет, скиннер. Рики. Если бы вот этот тип мог к нам присоединиться, я бы тогда бы взял инженер Кар и потом его. И у меня был бы 3 робота, Рики и Ген. Или Мейлинг. Тоже было бы нормально. Но, к сожалению, он к нам не присоединится. Вроде как. Тут у нас
А, да, я помню. Это в горы. Хотел вернуться, и не получилось. Грибок. Так. Ну все, мы дали кругля. В принципе, собрали, что могли. Полетим тогда, наверное. Ну, за роботом полетели тогда. Шрайк. Ой, кораблик симпатичный. О. Где это мы? Похоже, мы были проглочены монстром. Корабль. Какой приятный сюрприз. Эй, вы там, принесите ваш багаж. Не говори нам, что делать. Заткнись и делай, что скажут. Понятно. Мы нарвались на морских пиратов. Так. Так.
Shockwave. Shockwave. Это же хороший навык вроде. Черт. Босс, эти люди... идиоты. Не слушают нас. А, вы довольно крепкие, да? Вы идиоты. Извините за маленькое напоминание. Да. Вы хороший парнишка. Гляди, осторожно, Рикин. Не говори им о кольце. Извини. Ага, ничего. Кстати, где мы и кто вы? Мои люди ведут себя как идиоты иногда. Мы в позе танзера. Я не верю, что такое существо недавно проглотило мой корабль. Мы просто пытаемся... Чего? Вам лучше двигаться быстро, пока монстр открывает большой рот опять. А где минутку? Не иди с ней. Она известная, криминальный босс, Номад. Криминальный босс? А, неплохо выглядит. Это правда. Я Номад. Это правда. Я делала кое-какие плохие вещи снаружи. Но теперь нам нужно выжить. К тому же, все в прошлом. Вы свободны идти с этим человеком, либо со мной. Выбирай. У Номад есть кольцо. Ясно. Я Рики. Что произошло с твоими волосами? Ты болеешь? Нет, мои волосы... Какие из-за тренировок? Фэй, о, Мэйлинг? Что ты тут делаешь? Это я должна спросить. Ты говоришь, что покинул Кио, чтобы тренироваться. Ты лживая собака. Мой корабль был проглочен танзером, когда я был на пути в Кио. У меня не было выбора. Никаких извинений. Ты никогда не проведешь времени со мной. Ты всегда занят тренировками. А, не проводил. Я устала ждать. Ты ее заставил плакать. И чё? Ты в порядке, Мэйлинг? Да, в порядке, все в порядке, пошли. А его нельзя в команду взять? Подожди, а как я тут оказался? А, они все исчезли. Окей. Значит, мы пока этой партии играем. Да, это хороший навык. Мы его сохраним. Руф. Прям как в контре, сердце. Thank you.
Не успел. А куда идти? А. Нашел. Даже какой-то предмет дали. А, даже несколько. Так. Люпин, она, по-моему, не работает на моем флешкарике. Или коряво работает. Если это тот Люпин, который я думаю. Может, у меня ром, конечно, битый, но надо проверить. По названию потом сравним. Так, давай убежим. Так, если ты ту же самую игру реквестишь, как я тебе поиграю, если она не работает. Или это другая игра? Я ж по названию не помню. А, Tiny Toon 2. Ну, Tiny Toon 2-то я могу сыграть, просто... Надо как-то время выбрать. Она за 5 минут не пройдется. А, блин, слушай, да, я вчера забыл. Я не помню, что вчера после стрима делал. Вообще, как-то что-то бах-бах и уже спал. Ну да, я же вчера допоздна стримил на Талова. В принципе, это все я буду все равно заменять. Это тоже... Так, что-то тут...
Так, погоди. Тогда получается... Это что такое? Заличка. О, здорово. Знаешь что-нибудь о кольцах? Нет. Рики, дай мне увидеть твое кольцо. Это в порядке? Он в порядке. Дай Лысому посмотреть. Лысому? Есть слух, что у одного пассажира корабля Танзера, проглоченного, есть кольцо. Ты знаешь что-нибудь об этом? Я никого не видел с кольцом. Почему-то так им, типа, взбудоражен. Рики объяснил Фиону. Понятно. Значит, это очень важное кольцо. Оно могло быть потерянным внутри. Нет никакой возможности найти его. Погоди, Намат должна знать что-то об этом. Почему-то мне пойти не спросить. Это рискованно. Если она узнает о кольцах, мы будем в беде. Я пойду с тобой. Нет. Хорошо. Давай я тебя туда отведу, иначе будет тяжело найти. Пошли. Сюда. Да, скину, конечно. Просто говорю, вчера долго сидел. Но Люпин, по-моему, не работает. Он работает, но там графические какие-то косяки. Как будто игра поломанная. И играть в нее невозможно. Ну, потому что стены, ямы, все перемешано. По крайней мере, название похожее. Понятно. Давай. Так, тут несколько проходов. Как туда пройти? Интересно, у них тут система. Кстати, мне напомнил, надо реквест отключить. Это люди их неправильно воспринимают. Так. То есть... А как туда наверх? О. Thank you.
где он? Я хоть правильно иду? Мы хотим увидеть Намат. Приведите ее. Отвали, лысый. Босс. У босса нет времени на таких идиотов, как ты. Мы ее увидим, несмотря ни на что. Да? Остановитесь. Добро пожаловать. Так, я насчет не уверен на тебя, лысика. У меня есть вопрос. Какое совпадение? Мы тоже должны кое-что спросить у вас. Кольца. Отдайте их нам. А, эти слабаки нас не испугают. Я знаю, ты Фэйон. Но кунг-фу мастер, который позаботится... Да-да-да-да-да. А что насчет детей и стариков? Можешь приглядывать за ними до 4 часа? А. Ах ты, глупая. Грязная. Просто передай кольца. Или эти люди станут едой Танзера. Нет, что? Она ничего для меня. Не отдавай кольца. Она очень плохая старая леди. Старая леди? Взять их. Окей. Нифига себе. Thank you.
О. Так, и чё? Окей, слабаки, идите. Ага. Что это такое? Угу. Вроде там что-то валялось справа. Мне кажется, он с руки больнее бьет, чем ракеты. Да, там что-то валяется.
Блин, что там было? Вот это? Да, скорее всего. И уже здесь мои мужики беспомощные, короче. Это босс? Похож на босса. Там опасно впереди. Ты готов? Да. А что там опасного?
и помогите, что нам делать. Полагаю, нам надо помочь, да. А, нифига себе. Меня проглатывает. Так, стоп. Он дольше жил, чем я ожидал. Кислота, кстати, полезная. Кольцо воров. Спасибо за кольцо, Номад. И пожалеешь за то, что спас меня. Это ее заткнет ненадолго, надеюсь. Ты улыбнулась, Мэлинг? Танзер сходит с ума из-за драки. Нужна на корабль. Она сможет выплюнуть. Поторопитесь, бежим. Где в корабль? Мэлинг. Чё? 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 А? Ты за ним бежать? Не очень понял. Thank you.
О. А, поторопитесь. Так что, он с нами полетел? Что-то не очень понял. Да. О, так может его вместо Люта? Или робота? Но он, типа, очевидно, ближний бой. Тогда у нас там с Лютом будет два ближних боя. Ну или лететь уже роботу забирать. Можем забрать монстра, только нафиг она мне не нужен. Эти предметы можно тоже забрать. Вопрос, робот или нет? Блин, я, честно говоря, Люта не хочу оставлять. Да и Малинка уже у меня была, и робот. Ну хотя и роботы уже тоже были. Уже все повторяются, по сути. Ну ладно, они хотя бы разные будут способности сейчас. Ну, кроме Гена. Хотя роботы... одинаково. Хотя роботы, кстати, тоже можно на дальний бой, на ближний бой. Я могу их развить на ближний бой в этот раз, например. Или одного на ближний, одного на дальний. Посмотрим, как пойдет. Положительно, вот это наша финальная команда. Так. Что там, кстати, в кольцах? Урон, где Мэйлинг найдет информацию. Понятно, а где Сейтом? То есть как раз где предметы, да, валяются. Так, ну давай сначала, прежде чем туда дойти. Для коллекции пойдем заберем. Просто мне его жалко иногда. Nice.
Опа. Полезная штука. Тентакля. Нормально. Хорошее название для скилла. Я так понимаю, нам надо как раз с этим подраться. То есть мы не сможем себе оставить эти предметы. Меч, щит. Защита обидна больше всего. Ну, пошли собирать.
Опять звук заключил. Сильно часто глючит этот пулемет. Блин, я не то нажал. Ну ладно, там такой себе был навык. Придется мне драться, да? Надо, кстати, подумать. Даблчок мы заменим. Да, мы тут еще все равно все это менять будем. У кого рюкзак? У Люта. Ого, кольцо. Вы, воры, пришли за моим кольцом. Бла-бла-бла, не позволю. Нам нужно для спасения Мармелия. Мой дом исчезнет без него. Целый регион исчезнет? Чушь. Это не ложь. Старейшина мне сказали спасти Мармел. А, так мы с ним драться не будем? Это хорошо. Кольцо говорит с каждым, друг с другом. Ты говоришь правду. Хорошо, я отдам тебе кольцо. Эй, блин, опять вскочу. Правда? Спасибо. Но на одном условии, позволь мне присоединиться к тебе. Окей. Пока как охрана кольца. Инксей. Роль Лёрик? Забавный дядька. Так. Что за кольцо он нам дал? Увеличивает дэмэдж. Угу. Можно тебе, кстати, дать.
сработало. Миллионер из Скрэпа хочет продать свое кольцо. Куда он направляется в Баккарат? Что-то внезапно. Встретьте владельца кольца в комнате 2001. Вот его комната. Чё там? Я проиграл все мои деньги в казино, остался только долг. Поэтому ты продаешь кольцо, не сдавайся. Но кольцо пропало, что ты имеешь в виду? Я его оставил в безопасности, но... Смотрите.
Мышка. Кольцо. Ну ты мышь. Мышка. Упс. Где она? Ага. Понял. Как она туда пробежала? Блин. А можно было поймать? Такое ощущение, что нельзя. Ну-ка. Непонятно. А как она туда забежала? Попалась гадина. Так, что за кольцо-то хоть? Так. Я защита. Damage.
Хотя нет, как раз, наверное. Три кольца еще, да? Манхэттен можно сказать. У нас по деньгам 2700. Нам надо оружие будет прикупить для роботов. Гену меч. Мейлинг пистолет. Так, что еще? Погнали в Манхэттен. Фьюз к нам не придет. Леонард неприступный. Отвали, да, это тоже. Здрасте. А где кольцо? Вот оно. 3000 надо. 300 монет. Так можно. Так. А у меня есть второй пистолет? Базука только, да? Ладно, сейчас найдем что-нибудь.
Или можем 4000 накопить. А, ну сначала же лицо.
в этом прохождении Ген даже как-то получше навыки изучает. Или мне везет. Продали. Точно. Вспомнил я этот поворотный сюжет. Да, кольцо уже продали. Вы спросили клерка, кому его продали. Решили его отследить. Кому? Лорд Манор Оуми. Но сначала мы, наверное, Йорклом слетаем. Заодно попробуем. Здесь мы ищем. Мне кажется, вспомнил. Хотя, может, ошибаюсь. Кстати, можно братишку забрать. А вот. Он приводил сюда всех, кого кто только может и вылечить. Докторов, жрецов, назовите. Я слышала, что ей нехорошо, бедняжка. Привет, Биг Бро, WhatsApp Thunder. Биг Бро, ты пришел за мной? Нет, мы просто проходили мимо. Возьми меня с собой. Еще один монстр. Уже 3 в запасе. Так. По-моему, сюда. Вы пришли излечить мою дочь? Да. Меня не забудет, кто вы и как, пока вы сможете помочь. На самом деле, сейчас ей пытаются помочь. Это более чем я могу справиться. И так обычно происходит. А что происходит? Выглядит весело. Спит. Кольцо? Девочка моя, не вмешивайся. Так, чё это? Так, Тивс, это надо запомнить. Спрятать. Чарм бесполезен.
Бафаемся. Что это было? Похоже, она... Ну, типа, под влиянием. Поторопитесь, заберите кольцо. Погодите. Может, кольцо хранит ее в живых? Как Маргмель? Да. Нет, она заслуживает жизнь, как... Рики, пойдем в Куронг. Я знаю доктора, который специалист в этом. Любишь? Да-да-да, там же у нас есть доктор. Подожди, там что-то было? Спустись. Здрасте. Вы пациент? Нет. Возможно, она... Рики объясняет ситуацию. Я полагаю, я обычно не беру вызовы на дом, но раз это дочка миллионера, он заплатит все, что я запрошу. Звучит интересно. И что теперь? Так, спит. Ты знаешь, что делать? Да. Девушка моя.
Подожди. Стой. Да, надо же было у него спросить, что делать. А он говорил, что это... Он, короче, нам должен был сказать, что мы не должны ее убивать. Прогонять. Только я не помню. Просто дефенд. Теперь, по-моему, надо, да? Или нет? Блин, надо было сказать, что я не знаю, послушать. Ну ладно, дай попробуем, посмотрим. Что он скажет. Теперь вот надо успеть убить, получается. Дегенерация? Мы это сделали. Папочка. Спасибо вам всем. Я отдам тебе все, что угодно. Забери. Ты не можешь отдать это кольцо. Ты... Все в порядке, папа. К тому же, кольцо сказало мне, что хочет быть с братьями. Рики, у тебя же есть его братья, правильно? Да. Получили. Лечит ХП. А на роботов действует? О! Опачки. А вот это уже интересно. У нас есть теперь доктор, который мистик. Но с другой стороны, мы потом будем играть за Селоса и Эмилию, где будут все мистики. И не будет ни роботов, ни монстров. Ладно, перебьемся. Так. Доктор Нусакан. Нусакан. Thank you.
Понижает вражеский высший атрибут, понижает силу или концентрацию. Да, скину добрый. Это, надеюсь, не забуду. Так, блейд. Надо, кстати, заканчивать стрим. Сейчас как раз... Да, я, наверное, сейчас как раз закончу. Потому что время уже полночь. Да, давай на этом месте. На сколько колец собрали? Ну, нам, по сути, осталось 3 кольца. И финальная локация. Как раз половина игры. Отлично. Ну все. Сейчас я тогда тоже, да... Какой-нибудь бутер зажую. Завалюсь спать. Все тогда, до завтра. Сейчас я тебе скину. Да, я сохранился уже. Начинаю тупить. Все, до завтра.